Спасибо. На деньги, сэкономленные после реализации гранта, региональная общественная организация закупила мольберты и краски. «Росою благодарность» стала нестандартным мероприятием для юных хоккеистов. Всесторонне развиваться, и это огромный плюс для них. Они свою энергетику выпускают, да, в виде рисования, и очень здорово, и очень благодарны. Мы очень вообще благодарны Анастасии и гранту губернатора Югры. Целевые средства гранта потратили на экипировку для 30 членов команды, хоккейные матчи и мероприятия, направленные на совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Оставшимся деньгам тоже нашли полезное применение. Это важно вот для других НКО тоже, да, что если есть какие-то средства, их можно пересогласовать, распределить и показать фонду, на что будут потрачены эти средства. По словам Анастасии Родионовой, юные хоккеисты обладают разными талантами, поэтому все рисунки-поделки сохраняются и скоро преобразуются в мини-выставку. Алина Морозова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».